Привет. Радио Бали продолжает свою работу. Мы сегодня поехали посмотреть еще один домик в местечке, которое называется Кандидас. Это на юго-востоке Бали. Вот выбрались второй раз с Лариской на пляж, окунуться в Индийский океан. Тут очень симпатичное место. Дом тоже очень симпатичный, но я его не снимал пока. Вот, я вам покажу, что он из себя представляет. Тут побережье, мы тут ходим по пирсику. Уже окунулись чуть-чуть. Сейчас переключу камеру, покажу вам обзор. Попробуем, наверное, дождаться заката. Так вот, живописненько. Немножко мусора плавает в море, ну, тут уж что поделаешь. Кандидас небольшое место, скорее поселочек такой на берегу моря. Тут острова, вот такой вот залив. И вот дальше уходят туда Индийский океан уже. Отельчики, пляжики на берегу. Вот такое вот место. Вот, домик нам очень понравился. Возможно, что с мая месяца мы переберемся в него. Тем более, что он чуть подешевле по цене получается. Ну и вообще классное место. Очень теплое море. Очень кайфово на Бали. Покупайте билеты. Срочно. У нас есть гостевые комнаты. До встречи в эфире. Пока.